Мы находимся на том месте, откуда начинался наш древний славный город Шклов. На протяжении своей истории наш город трижды менял свое местоположение, и именно здесь начинался первый Шклов. Такое впечатление, что полмира отсюда видно, да? Когда могучий Борисфен, а сейчас мы его называем река Днепр, соединял северные и южные земли и служил главной магистралью торгового пути из Варяг в греки. Именно здесь, на реку Серебрянка, заплывали груженные ладьи различным торговым товаром. Ну, времена меняются, и реки, наверное, меняют и свои пути, меняют, наверное, и свое полноводье. Но вот когда-то она была именно такой, что сюда могли заходить торговые суда. Время меняется, а шкловцы меняются? Ну, наверное, нет. Наш народ имеет такой свой стержень. Мы знаем, чего мы хотим, и мы этого добиваемся, достигаем своим трудом. Старый Шклов – это две деревни. Одна старые постройки, другая, будем, можно считать, новые постройки. Хвостом виляет. Удрал. Мне 14 лет, я учусь в первой школе. В Шклове? В Шклове. Ездишь каждый день? Да, на автобусе приезжаю. Расскажи нам про свою деревню, малый старый Шклов. Обычная деревня. Ты родился тут? Да, я тут родился. Как она меняется со временем? Ну, меняется. Соседи новые появляются. Познакомьте нас. Арсений Васильевич. Сколько лет Арсению Васильевичу? 2 годика ему. Ну, что вам рассказать. Деревня, как сами видите, люди хорошие в нем. Все одного человека, дружные. Ну, так все нормально. Вот, чувствуем, что вот дальше поколение наше растет. Здесь будем все корни пускаться. Тоже будем здесь все вместе. Куренцы, что ли? Ну, я думаю, что судьба малого старого Шклова, она как бы, у нее есть продолжение, потому что часть улиц уже газифицирована, и я думаю, что
при благоприятном стечении обстоятельств, при финансировании. То есть, где есть газ, там будут и жить люди. Живем как везде, как все, потихоньку. Не лучше, не хуже, да? Куры, корова, свиньи, конь, ну, там, швагерки дома. Ну, так что, что у меня есть. Без хозяйства в деревне нельзя, говорят? Конечно, нет. Почему? Ну, как вам сказать? Ну, надо свое, так не обойдись, ну, и все. Или привычка уже такая, что надо держать. А это выгодно вообще? Ну, для себя, конечно, ж выгодно. Поесть и что-то будет. Давайте возьмем вот эти две таблеточки, сразу их под язычок возьмете. Надо трошку держаться. Ну и все так. Ну и с мужиком съездила себе платьице. Вот, пролетела хоть на самолете. Ни разу не ездила, а то съездила на самолете хоть пролетела. Хоть не в Египет, да. Всем платьем съездили, и он возил к своему брату. Ну и как впечатление? Хорошее. О самолете? Хорошо, ой, хорошо ехать было. Я и глядела даже в окенце, то я, ну, страшно было глядеть вниз. Страшно. Высокое такое. Ну, вы знаете, у нас в основном население стареет, молодых остается очень мало, детей совершенно уже не хотят рожать, поэтому, ну, духом крепки, но здоровьем уже не очень, конечно. Всем желаю заниматься спортом, именно физическим трудом и утренней гимнастикой. А вы сами делаете? Ой, могу показать. Да. Вот так становишься, руки кверху, и начинаешь заниматься зарядкой. Очень помогает. Утром, если я вот займусь, я потом целый день хожу свободно. Ой, только вы не снимайте, а почему наговорите мне? Я уже разволновалась. Спасибо вам большое, спасибо. Это моя Зорка, коровка. Ну и набаловная, утекает. Я же ей хорошо гляжу. Все. Зорка. А она все равно балуется. Да, она у вас такая, как щеночек. Ну да, на умеете это. А вот это как конь. Ну что, на этом, наверное, хватит. Думаю, да. И удачи вам с вашей Зорькой. Спасибо. Зорька!